Правопорядок на избирательных участках страны обеспечивают 20 тысяч полицейских. Это на 6 тысяч человек больше обычного суточного количества патрульных. Стражи порядка оснастили видеорегистраторами и дронами, рассказали в Министерстве внутренних дел страны. Полицейские в основном дежурят возле административных зданий городского и районных акиматов. Патрулирование развернуто вблизи маршрутов и мест массового скопления людей, а также возле избирательных участков, чтобы у людей не возникло никаких препятствий. Сотрудники полиции несут службу в усиленном режиме. Наряду с ними работают и военнослужащие Национальной гвардии. По данным МВД, усилен визуальный контроль улиц и мест голосования с использованием камер наблюдения центров оперативного управления полиции. Могу сказать, что за прошедшую половину дня общественная обстановка в стране стабильная. Личный состав правоохранительных органов обеспечивает соблюдение правопорядка на всей территории республики.